Приветствую вас на канале AsmoDeplay. Мы продолжаем Чужой против Хищника. Вторая часть. Так. Удачи. Открой туннель сдерживания. Так. Вау, у меня дробаш. Вот так. Так, минутку. Где ты? На всякий случай сходим вот сюда. Опа. Радио перехватил, слышали, да? Рацию чью-то. Ха-ха. Прикольно. О, блядь, как бы мне сейчас... Не аукнулось бы здесь. All right, I got an update. Mother can't override the access codes as long as the tunnel security system remains online. So we're gonna have to do this the hard way. The tunnels are divided into sections by containment areas. Short tunnels gated on either end, similar to an airlock. Так, минутку. Давайте-ка я сохраню. Сохранить. Перемещаться по этим туннелям из секции в секцию на БМП. Так. Ни черта не понимаю пока. Опа. Транспортные ворота закрыты. Транспортные ворота открыты. Давай. Так, тебя я прогнал. Мотиво. Заблокировано. Так, процедура управления транспортировкой. Живые экземпляры не разрешены в туннельной сети без безопасных наэлектризованных систем сдерживания. Понятненько. Блять. Прекрасно. Кто где? Ага. Вот так. Понятненько, блин, ни хрена, вот они. Смотрите-ка, сзади додумались подойти. Во. Починили. Thank you.
Вот так. Так. Мать его, вот сейчас откуда вот он появится? Охренеть. Блядь. Еще по этим пятнам не ходить. Охренеть, кто, где? Так. Даже не знаю, что вам ответить на это. Вы-то по кому стреляете? Охренеть. Что, не прорвел, не прорвался? Опа. Где еще? Закрыто. Мать его. Мне вот нужна аптечка. Так. На всякий случай схожу, пройдусь, посмотрю. Нифига. Система доступа туннеля будет закрыта на техобслуживание. А чё вы так прыгаете-то? Охренеть вы прыгаете-то. Мама, не горюй. Знаю, что сейчас многие там прохренакали себе, запарил, да, сохраняться, зато потом мне не херачить туда далеко. Уж по ушам бьет. Вот так. Ой-ой-ой-ой-ой, нет, у меня же там аптечка была. Понятненько. Как и в первой части, там тоже самонаводящаяся была.
Только там, блин, можно было предусматривать это все дело. Что-то не понял, куда мне. Откройте туннель сдерживания 5. А как? Бля, опять сюда. Так, кому руководители внутреннего протокола безопасности? Препятствуя шпионажу, я думаю, что последние меры идут в неблагоразумных предосторожности, связывая уровень безопасности в узел. Разрушение этого уровня может привести к последовательному отказу всего дерева узлов. Так. Ага, чтобы срезать болты и замки. Хорошо. Только ты-то какая, блин? Тут вроде по-русски, но, блин, клавиатура разбросана, это пипец как. Еще вот этот глюк, который меня куда-то все время норовит. Давай, давай. Ну. Так. И эта херота не помогает. Мне кажется, как тут посюда, наверное, нет? Блин, замки срезать. Охренеть, как? Куда идти-то? Я сейчас дохожу, доброжусь нахрен, они придут тут всей толпой своей. Дробовик. Из дробовика пока еще не стрелял. Ладно. Где-то должен быть замок. Так. Понятненько. Как не воткнуться в легкие по рукоятку. Черные. Какая-то бетонка нахрен. Позволит ориентироваться по умолчанию в.
Да. Ага. Понятненько. И как мне бы... Вот, давайте я сохраню игру и посмотрю, что там будет. И что там не будет. Блин, вот видите, он меня куда-то... Куда-то утаскивает все время. Давай, фонарь, по крайней мере, держит долго. Заряжайся! А, все. Тут боеприпасы были. Откуда-то там. Сверху, ладно. Сохранить игру. Вылазим на свет Божий. Ясненько. Твою мать, вот этот. Где ты, падла? Ну и хрен на тебя. Падла, он только отвлекает своими этими. Так. Бля, сейчас ждать, пока у них этот яд. Кислота это нахрен пока просеется. Ва, вот, вот, сохранить. Пока я весь стопроцентный везде. Охренеть, вот тебе 100% везде. Нет, это не кнопка, это фонарик. Так. Спускаться пока не надо, потому что там все нахрен. Кислотные это и жижи. Так. Вот сейчас минутку. Я даже не знаю, вот сюда зайдем. Мне, по ходу дела, сюда куда-то и надо.
Подожди. Твою мать. Где-то. Вот, следует найти другой путь внутрь. Да я даже знаю, где этот путь пролегает. Я даже знаю. Так, сохранить. Загрузить. Они то есть, то их нету, что ли? Или надо, чтобы какое-то время прошло, чтобы они появились? Ни хрена. Ну-ка, давайте, я тогда сразу пойду туда, куда это следует. Не буду их выманивать. Так, сохранить. Да ё-моё. Твою-то мать. Проехал. Это мемориальная доска посвящается команде БМП-6, потерянной при перевозке на выходе главной дороги. Так. Так, так, так. Охренеть. А за что вы меня так не взлюбили, можно узнать? Так, сохранить. Мне сюда? Ну, по ходу дела сюда. Да я что, твою мать-то? Напугали, бля. Ну чё ты не едешь-то? Проход-то открыт, вот он. Вот там открыт, там не открыт. Охренеть. Ладно.
Надо как-то, видимо, там проскакивать, а потом уже с разворота их хренакать. Отключите систему безопасности. А что, она вас напрягает? Даже еще осталось. Интересно, это насколько там заправка идет. Ладно. Вот видите, вот, вот этот глюк мне не нравится что-то. Нет, нет, перенос. Может, у меня компьютер так сбоит. Но это навряд ли. Так, сохранить. А, типа секретная область. Подожди. Да твою мать. Так можно было пройти осветительные вспышки. Взяли осветительные вспышки, мать его. Подождите, у меня заправка. Давайте фонарик пусть тоже заправится пока. Если бы знать точно, сколько врагов будет, было бы гораздо легче. Трое, трое ожидать, четверо, четверо ожидаем. У нас еще подствольный гранатомет. 5 патронов. 4 магазина по 99. Но если до конца не использовать, то у нас бесконечно. Да охренеть! Я за... О, кстати. Да не, нет, нет, не, 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 не. Вот это я хочу проверить. Че ты? Больно? А кто ж знал? Хотя я знал. Ха-ха-ха. Конечно, тебе больно, пидору такому гнойному. Ты гандон. Так. Так. Смотрим, ищем. Наблюдаем. Прекрасно. Так, его съели. Добраться до станции управления безопасно. Что мне тут приходит? Минутку. Ну, все работаю. Какая прелесть. Ладно, чуть попозже. Блин, вот это не работает, как я понимаю. Ну вот они, две точки. Right. Ага.
Подождите. Блин, когда в этот режим переходишь, в эту опцию. Не так. Вот так. Вот так. Даже если что-то не нравится кому-то, что-то, вот сюда можно подняться. Хренак и вот так вот пополнить. Все то, что вам не нравится. Прийти сюда, пока эта кислота остывает. И ты целый. Находишься здесь, где нахрен жопу бы тебе порвали. Да ё твою мать. Они просто здесь тусовались. Не. Так. Завалил обоих. Такс. О, мне сюда, наверное, вот в эту штуку залезть надо. Так. Подождите, не спешите нахрен, я... Отлично, теперь открой эту. Так. What's going on, Major? Mother says the Weyland-Yutani schematics lack pertinent data, так. Which means, put it this way, if there are survivors at the pods, their situation just got a whole. Отправка убранного стержня придвинута вперед. Так, понятно. Как... Что, я что-то не так сделал? Нет, смотрите-ка, все вроде так сделал. Башни, наблюдательные башни. Передовые наблюдательные башни. Да. О, кстати, это концовки двигается, точно помню, потому что потом то ли хищникам, то ли чужим надо будет здесь лазить. Это у них общая, так сказать, точка. Добро пожаловать в передовые наблюдательные башни. Вы отключили нашу сеть обороны. Ваша корпорация решила, что мы не нуждались в полных деталях ваших протоколов безопасности. Вы никогда так. Очевидно, вы сможете. Несмотря на это, мои люди готовы развернуться в любой момент, если необходимо. Вы слишком опоздали. Мы отремонтировали все, что подлежит ремонту. Шестеро моих людей погибли. Мне очень жаль слышать это. Но ситуация под контролем. Мы все еще оцениваем ситуацию. Башни не повреждены, но у нас есть команды в зоне для биологического и археологического исследования. Даже после того, что произошло, это сооружение полностью автономно. Если охрана работает правильно, мы в безопасности.
Тем более мы их запечатлим в случае заражения. Три команды до сих пор не дожили. Мы могли убить больше, чем мы знаем. Мы сделаем все возможное, чтобы их вывести. Мы должны идти внутрь. Я хотел бы восстановить нашу линию связи с ПОК. Я надеюсь, что наземная линия связи была не повреждена. Да, конечно. Мы установили усилитель сигнала в туннеле, если вы позволите. Конечно. Если вы сможете предоставить нам терминал, Харрисон сможет выполнить. Техник Стайлс, пожалуйста, сопроводите этого джентльмена на палубу управления. Окажите ему всяческое содействие. Ух твою мать-то! Чего вы так быстро базарите? У вас что, мык-мык-мык, нахрен это 80 слов, что ли? Так, мы не хотим, чтобы задавали вопросы персоналу. Понятно, вы... Падла, вы их на землю тащите. Без тел никто не докажет, где они умерли в туннелях, как мы и заявили. Мы делаем то, что должны. Иди. Иду. Кстати, вот под эту игру можете посмотреть мультфильм «Металл 2000». Хороший мультик. Тоже, кстати, древний. По коридору справа сверни налево, на перекрестке тебе в конец за охренеть. О, блин, дядь, тут... Справа, потом, блядь, налево, да? Вот это линейка. Так. Направляйтесь к терминалу связи. Хрен там. Смотрите-ка, что, правильно иду, что ли? Sorry, sir. Блять, я еще и неправильно пришел. Твою мать. Вы чё, куча геморроев? Консоль, доступ к протоколам передачи. Это мы за человека играем. Reset primary transport route to V290 booster protocol. О, перезагрузки, аннулирование, авторизации, ну и тому подобная хрень, которую вам не интересно слушать даже. Фатальный сбой данных, отказ терминала, завершение работы. I'm having trouble accessing the transmission protocols. Это джедаи повредили нахрен. С вашей графикой. Hey. Эй, вы испугали меня? I believe we have a problem in the transmission line. Я полагаю, у вас проблема на линии передачи. Вам потребуется взаимодействие с корневой системой. О, а я сюда и входил уже. Yeah, well, that was mother, not me. Только почему у вас, блядь, каленое стекло? Люблю храбрых. Серьезно. Мужчина, как мой жених. Или оружие, понятно, имел в виду. Не волнуйся, его больше нет. Он был за пределами башни, когда система включилась. Несчастный случай. Мне жаль. Да, конечно, я понимаю. Я скоро буду. Все, теперь меня проводили туда, куда я не мог попасть с первого раза. Нах, твою мать-то, что за... Предательство! Бунт на корабле, блядь! О, приятного аппетита. Да, это не все, это холодильник, это потом я... It's been a while since we've seen... Давно мы не видели новой крови. Осторожней. Я только что проснулся, что здесь?
What are you in for? Huh? Так. What crime? В каком преступлении тебя обвинили? Я не преступник, я морпех. Sure you are. Да, конечно. I'm innocent. И я не виновен. Мне нужно выбираться отсюда. Внимание, охрана, пожалуйста, сопроводите заключенного 16 в комнату подготовку БИ. Это ты, парень, ты действительно среди кого-то из морозильника на сковородку. Они заражают, они хотят утащить. У нас тогда мне жаль. Никакого успокоительного для него. Да, хорошо, хотите, я дам вам знать, когда все будет сделано. Нет необходимости, я буду в комнате наблюдения. Охранник один, идиот, в последнее время они становятся небрежны. Видимо, думают о другом. Их ошибка. Ни хрена, у меня клинок-то нахрен, чё? Я что-то не понимаю. Не-не-не, подожди. Вообще неправильно. Вот так будет лучше. Охренеть, клинок. Что у него, что у меня. Так, смотрим, что у нас здесь есть. Я даже не помню, кстати, этот эпизод. Вот ни хрена, как это давно. Надо посмотреть, какого года игра вышла. Чтобы посмотреть, какого года. Какой эпизод мог произойти. Так, нож. Это последнее оружие, в котором стоит пренебречь в сетевой игре. Используйте нож, чтобы... резать сети хищника. Блядь, даже не знаю, выпускать тебя или нет такого больного-то. Мать его. Ладно, сохраним игру. Давайте. Так, куда? А здесь? Сасамба. Пистолет. Смертоносное оружие. В хороших руках оно заряжает двумя разными видами пули. Используйте альт-огонь, чтобы переключиться между патронами. Так, бронебойка, который идеален для борьбы с претурианцами. Блять, еще и сука. Итак, у нас... О, кстати, с пистолетом такая хрень не прокатит, да, как с автоматом, или прокатит? Не знаю, не пробовал. Подожди, как это поебота выходит. Ну-ка. Так, вот я 100%. Вообще пистолет перезаряжать не стоит нахрен. Он меняет полностью весь магазин, выкидывая старые патроны. Неиспользованные. Так.
Вот так. Сохраним. Охренеть. Ту жопу меня расстрелял. Теперь у меня там заместо одной дырки. 4 что ли, или сколько? Сколько у нас меня попал? Понятненько. Закроем на всякий случай. Мало ли. Already. We still have a bug running around somewhere on level 12. Goddamn Marines. Я, получается, снизу лифта еду. Так. Ага, у меня даже батареи нету, чтобы нахрен захренакать. Вот сейчас мне было немного, как бы сказать, странно даже. Так, заблокировано. По этим стрелять не надо пока. Закроем за собой. Закрывайте за собой двери, если вы не хотите удара в спину, по крайней мере, непредвиденно. Блять, вот здесь я навряд ли думаю, что вам что-то видно. Мать етить! Так, загрузить игру. Это я и понять не могу. Мне что, куда-то еще надо? Так. А, у меня есть резак все-таки. Я-то думал, у меня все отобрали. Технически средства у вас. Так. Cybernetic rejection is down 4%. Slow and steady wins the... Я-то думал, у меня все отобрали вместе с техническими средствами. At least it's improvement. That's human ingenuity for you. Is it? What do you mean? Что ты имеешь в виду? Yes. Coming along nicely. Testing pheromone sample 415. Sample collected during specimen 4A number 40. Ладно, не будем привлекать внимание. Specimen reacts with increased hostility and aggression. Хотя, если послушать этот разговор, то они как раз рассказывают про то, как натравливают образцы на людей, как это все заворачивается. Опа. А, ну все правильно. Так. На Q переделываться. Блять, а мне фонарик надо, мне комбез надо. Так. Лучше уж закройся нахрен, чем, блять, вот так вот. Так, а здесь уже что-то произошло, заметьте. Пока я отсутствовал, кто-то вырвался на свободу нахрен. Thank you.
Оп. Ну вот это мне не очень было интересно, потому что у меня жизни-то пока хватает. Но тем не менее мы знаем, где можно подкрепиться. Мать его, почему, где крови много, мне именно туда надо? Я не понимаю. Блять, и мне куда-то туда и туда надо. Сейчас, минутку, вот здесь посмотрю, что. Патроны, а, для пистолета. Ну ладно, хотя бы, блять, вот видите? Не зря в этот тупичок пошел. Не зря. Патроны взял. Ой, сейчас нажерусь, а, блядь, буду, ёб твою мать, Рэмбо изображать здесь. Последнее. Башня. Режим тревоги активировал. Какие-то, блядь, надписи. Это он, я даже чувствую, блядь, он как ногти, и он и шкрябают там нахуй где-то. Так. Да охренеть, да стой! Ни хрена не так. О, в голову ему! Хорошо, что тут присутствует такое, как попадание в голову, то в первой части не было такого, ты им похрен вообще куда стреляешь. Мне кажется, по количеству патронов они там помирали. Понятно. Так. Вака! Ну я даже не знаю здесь. Давайте смотреть. Ни хрена себе. Подожди. Только мы разобрались, что ни хрена себе, как уже сразу. Подожди, да тут лестница была все это время. Ч
Горбатого лепите. Вот она. Пар, природный газ. Смотрите-ка. Пар, природный газ. И заметьте, фонаря у меня все еще нету. Не обеспечили. Ну ладно, хрен с ним. Ага, о. Идем, 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 идем. А что за быстрое сохранение? Хищник. Ага. Смотрите, хищника хотя бы увидели его, как он выглядит нахрен. Мать его! О-ха-ха! Вот мне сейчас реально немного страшновато стало. Охренеть, ну-ка давайте глянем. Он живой, так, ладно. Друг, я бы тебя выпустил, честно тебе сказать. Чтоб ты мне помог. Но я не знаю, где этот пульт, который открывает тебе твою дверь. Твою мать. Хирургическое удаление устройства с предплечья потерпело неудачу. Сложно объяснить. С медицинской точки зрения экземпляр был очень силен. Работа легких осветит. Так, так, защита от порчи и оборудования. На какой тип общества? Мать его. Покиньте башни. Бля, вот даже не знаю, у меня вот. Ну точно не сюда выходить. Такое чувство, что мне за тебя туда уйти. Подожди, вот так.
Так, что, оружие у него, что ли, можно взять здесь где-то? Так. Подождите. Так, команда. Понятно. Мне кажется, они вообще первоначально все это так и задумывали. Так, загрузить. Вот так. Так, сохранить игру. Так. Заблокировано. Заблокировано. Вот здесь вот. Обезьянка, ага, животные. Что-то ни одного человека не увидел. Так. Или я где-то здесь должен был что-то нажать? Ага. Возможно, мне там даже и ничего и не надо было делать. Так. Честно скажу, не успел прочитать. Так, сбежал осужденный. Ага, я еще и осужденный, а за что? Считается вооруженным чрезвычайно опасным. О, я сейчас очень опасен. Мать его, я так опасен. Вам лучше не знать, как я опасен. You're trembling. I don't like these things. You shouldn't. They're killers. That's not helping. Someone there? Jesus. Guess it was nothing. Thank you.
Так. Перед тем, как куда-то нахрен направиться, подождите. Блять, еще и направился туда, куда надо. Видишь эту камеру охраны над дверью? Я перенаправил сигнал так, чтобы только я могу видеть тебя. Но если я буду продолжать слишком долго, то кто-нибудь тебя заметит. Кто ты? Я хочу, чтобы ты доставил мне пакет. Я морпех, а не мальчик на побегушках. Почему я? Потому что у тебя есть мизерный шанс доставить его мне. Пришлось спрятать его там, где не будут искать. Я не переговоры как... Так, лаборатория номер 2, вниз по конвейеру, приятель. Понятненько. Теперь пойми, блять, вот так вот. Доклад отдела сбора экземпляров. Так, собрано 16 действующих яиц. Состав команды 6 боевых синтетиков, 4 модели А5, 1 вездеход. Потери при сборе 2 А5, 1 боевой синтетик. Примечание: на прошлой неделе заметно увеличилось... деградация материалов. В ближайшем времени сбор яиц, вероятно, будет попадать. Рекомендуется жестокие ограничения на одобрение исследований. Понятненько. Так, напортачил все, что можно. Все, без разницы, сколько резать буду. Блять. Да помер я так понял. Вас убили. Этого резать бесполезно. Вниз по конвейеру, это мне туда. Этих лучше не трогать. Заблокировано. Заблокировано. Так, на меня не распространяются их огнемет. Подожди. Вот я же говорил, что у них не все ладно. Яйца хранятся в полях стазиса. Проснуться, дверь напротив тебя ведет в другом помещении с яйцами. Там есть панель управления, которую ты можешь использовать, чтобы отключить питание, и когда они пошлют кого-нибудь. Так, блядь.
Понятно, я не там свернул. Понятно, подожди. Вот так. Unfortunately, it also shuts down the stasis for the egg pits. Сохраните игру. Блять, даже не знаю, куда я сейчас ползу. Ох ты, ёб твою мать. Смотрите-ка, закрыто. Ну ладно. Подожди, загрузить игру, блядь, ну вот это мне интересно. За каким хером я там начал смотреть чего-то? Это, блядь, вот специально для любопытных, наверное, мне, блядь, кажется, сделали. Ага. Подожди, который свое ебало сует куда не надо. Загрузить. Надо аккуратнее спускаться вот здесь. Да. Так. Так. Это все сделано, там все схожено. Набираем кислорода. И быстрее, мать его, валим. Remember, the stasis fields are shut down, so run like hell. The system isn't responding. Keep trying, god damn it. Так, вот здесь я что-то не врубился. Блять, я чё, оказался опять там где-то? Блять, между этих яиц бродить, ёб твою мать! О, Чизус, о нет, о нет.
Так. Так, что у нас, хотя я знаю, что у генерала, участника Зета достаточно глубокие, действительно, так легко. Угу. Опять история. Сохранить. Давайте сначала я внизу посмотрю, что у нас внизу там оставалось. Вот здесь. Здесь, понял, где мы. Но... Здесь мы уже, наверное, все взяли, уже все, так что... Это за хрень, мы уже поняли. Понятно. Понятно. Так, нам внизу делать нехер. Здесь мы уже, блядь, были. Я опять выражаюсь, да? Не понимаю. Так, сохранить игру. Так, ни хрена. Поехали вверх куда-то. Куда-то мы вырвались. Так. Блять, а лестница осталась. Ну что ж, я думаю, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Увидимся в следующем видео. Пока!